Теплица пополнена землей, потому что она у меня кривая, поверхность имеет скос на одну сторону, поэтому я решил просто ее немножко подровнять и принес лишнюю землю. Ну а разровнять эту землю решено было с помощью электрокультиватора крота. Сделал к нему небольшую грейдерную приставочку вот такую. Ну, по сути дела, к сошняку прикрепил доску. Шириной сантиметров 70, как я смотрел, она у меня получается. Примерно по колее электрокрота. Я сейчас посмотрю, как у меня это будет получаться. Разгортать эту землю по теплице. Ну, получаться это будет, просто это будет не такой быстрый процесс. Посмотрим. Без проблем сам. Единственное, обороты посмотреть, чтобы ему нравилось. Разравнивать можно в две стороны, такая разница. Углубленный он идет, где грядет бульдозером. Получается у него бульдозер. Ну вот, как-то так, малята, работа делается. Сегодня я ее доделывать не буду. Сегодня уже и темнеет, и вечереет, и хочется дать ей немножко подсохнуть в почве, потому что копается хуже. Ну, еще подумать, как ее просто отгоризонтировать, с помощью каких инструментов ее поправить. Однако грейдер на базе культиватора работает. Вот такой вот грейдер.
агрегат сбалансирован очень хорошо, поэтому нагрузки нет ни наперед, ни назад. И очень легко его поддерживать в каком-то определенном положении. Конечно, в идеале надо было бы создать под ним какие-то лыжи, чтобы они мне помогали по высоте. Но даже без лыж вполне получается легко пальчиками регулировать высоту подачи. Ну а скорость. Можно и рисовать на быстрый. Тут еще надо учитывать, что это рихтовка не под асфальт какой-то, это рихтовка под перекопку дальнейшую фрезами. Поэтому еще фрезами будет подравниваться, выравниваться, выкрашиваться. Главное было примерно равномерно разместить его по полю, а не кидать лопатой. Основная суть работы только в этом. Все получилось как-то так. Малята.